Всем привет, друзья! Сегодня у нас 28 июля, а это значит, что мы продолжаем смотреть ОГА Дотапит в Европе и СНГ. Всем, кто не в курсе, турнир проходит очень быстро, поэтому обязательно подключайтесь. Команды крутые, матчи прикольные, стрим будет на резервном канале. Ссылку на резервный канал оставлю в описании к этому видосу. Плюс справа в верхнем углу будет подсказочка, куда перейти. Вот. И теперь сразу расскажу, что нас сегодня ждет. 12:00, то есть менее чем через полтора часа. Матч за выход в финал Виннеров. Нави против Альянсов играют. Следом за ними будут OG против Нигма. Это тоже матч за выход в финал Виннеров. То есть верхняя сетка команды, которые проигрывают, падают вниз и не вылетают. Вот. А потом третий, четвертый матч дня нас ожидает Flight to Moon. Нет, не так. VP Prodigy против Нипов на вылет 18:00 по Киеву, Москве. Вот. И в 21:00 по Киеву, Москве Flight to Moon против Викингов. Не забывайте, что матчи по времени могут отличаться от расписания. Первый матч, который в 12:00 стартует, он реально будет начинаться вовремя. Остальные матчи могут сдвигаться, потому что вот вчера, например, был стрим, и вчера последний матч дня начался не в 9 вечера, как должен был начаться, а начался в 7 вечера. Вот, то есть, поэтому мониторьте обязательно стрим, подписывайтесь на резервный канал, чтобы ничего не пропустить, чтобы вам приходили уведомления. Вот, ну и жду вас всех в 12:00, Нави против Альянс, Нигма против OG, очень крутые топовые матчи, обязательно подключайтесь. Всем спасибо за внимание, жду вас в гостях.